ходе рейдовых мероприятий вечером 26 августа участковыми полномоченными столичной полиции была установлена и задержана пара молодых людей, которая занималась незаконной торговлей спиртом. В ходе контрольной закупки бутлегеры были задержаны и доставлены в третий отдел полиции, где на них был составлен протокол об административном правонарушении. С их слов, этиловый спирт им подарили родственники. Оставшуюся бутыль они решили реализовать через сайт бесплатных объявлений. В итоге спирт был изъят и отправлен на экспертизу, а горе-предпринимателей ждет суд и крупный штраф.